мы идем тропинкой очень узкой, и, наверное, ищет нас десант. Нас ведет наполовину русский сэр Антони Белый иммигрант. На тропинке нашей темной узкой КГБ вовек нас не сыскать. Эй, сэр Антоня, как это по-русски? Бедный твой мать. Там вдали за синей горою есть огромная страна США. Мы туда вернемся, как герои, вот только бы добраться нам туда. И будем пить вино из чарок узких и красивых женщин обнимать. Эй, сэр Антонио, как там по-русски? Раз, два, три, пять. Папа отдал Джонни 2 миллиона, чтобы тот спокойно мог жить себе в Чикаго. Спи, папуля, мальчики-шпионы Пентагон сумеют защитить. Ну так что ж, покажем этим русским, будут знать, как фермы разорять. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Джерри продал ферму в Алабаме, записался членом ФБР, карандаша паскуди не хватило, и сказал своей старушке-маме: мигом я сгоняю в СССР. Ни один гектар по Порщу кукурузки, вот буду знать, как штаты обгонять. Эй, сэр Антоня, как это по-русски? Бедный мой мать. Ночь тиха, шумит тайга тревожно, с вертолетов высажен десант. По тропинке нашей осторожно, очень осторожно, нас ведет Антоний, иммигрант. Он предаст нас, этот полурусский, ведь сдаст паскуда не за понюшку табаку. Эй, сэр Антоний, как там по-русски? How do you do?